Сегодня будем делать вареники с вишней. Вишню мы промыли. Такая у нас красивая вишня. Будем удалять косточки. Приступаем к удалению косточек бабушкиным методом. Карандашом. Здесь у нас уже тесто подходит. Здесь мы сварили варенье с вишенки. Здесь вишенка. Готовимся делать вареники. Вот наши варенички. Квадратные. Квадратные, да, но зато красивые. Зато без отходов. Берем вишенки, чуть-чуть сахара сыпем сверху. Залепляем напополам. И вилочкой делаем красивый контур. Такие у нас получаются варенички. Здесь уже готовые. Вот наши готовые варенички. Приятного аппетита!